Так. Какой-то школьник такой еще. Вечно сюда заедет, блядь, свою лагуну. А это чип. Там, блядь, постоянно все двери открыты. Это наш Бобик. Что-то там полупездится, а это блядь, чип. И собака твоя с ним. Это Бобик. Собираю. Как не выходные, блядь. Забыл. Забыл фамилию сейчас собаки. Привет, привет. Че, подойди. Ну я не знаю его вообще. Понюхай ее. Что ли? Рядом где-то с ним там. Куку, ну что говоришь? Попробуй довериться сейчас. Чур-чур какой-то напугал. А. Куку. Кто не хочет, кто я пиво, я не пью. Типа, колбасу будешь? Непонятный. Да? Иди сюда за колбасой. А, я просто говорю. Закуска. Такое всякое. Ты понял, я поприцикнем. Чип. Ты скажи, что ты хочешь, или ну что ну, ты, блядь. Бобик, как тебя зовут? Ну, я то позавчера укажу, что, конечно, с тобой тоже выкину, так ты, конечно, прийти, конечно. Долго вы так будете нюхать? Не буду. Да? Не устал? Не устал? Думаешь? Это Бетси, это она. А, она? Да. Блин, Бэа, Бетси, девочка, во. Ну да. Чип, это девочка. Где Оздик колбасой? Бетси, кто там? Чужой. Кто там такой? Чипа? Какой-то ежик непонятный. Чипа. Не на друже там с котами, понял, там, ну. С Ленкиными? Да, да. Тут ну, да. Марсель вообще любимый был, это она целовалась. Это... Не, у Ленки там, ну, только один, точнее, не Ленкина, а этот. Сидит тут на углу там дебильный. А остальные все отлично. Ну, коты, воспитанные, в смысле. Нет, там, имеется в виду, там, в тех дворах Ленкины коты. Ну, на кухне. На какой кухне? Во дворе? Ну, блин, кухня называется. Ну, у него кошачья кухня. Ебать, не по масти стелишь, ёпцу, блядь. Пиздец, блядь. Это как его? Начинается кухня тут, уюхня, блядь. Ну, между, блин, домами, блин. Ладан в хату, блядь. Знаешь, что означает, блядь? Варвара, там кошка, Ларик выгнал. Вот это, ну, ты какой там Ларик, какой зажал. О. Тоже, блядь. Чип, я тебя таким не видел. Это Марселя, это Серега и... Аллергия на шерсть, типа, я говорю, вот я буду знать, где ваша смерть, блядь, как у Кощея Бессмертного в яйце. Будете пиздеть, твоих котов завожу, и они там умирают. Чип, я тебя таким дизайном не видел никогда. Ну, уже, ну и так. Надулся он, ну, наежился. Ну да, да. Бэтс, чё, Чип укусить может, понимаешь? Может укусить. Я не укушу, а он укусит. Бэтс, салют. Бэтс. Иди сюда, лохматый. Чё надулся, чё наежился? Свои, блин. Иди сюда. Чип. Колбаса. Колбаса. Завтра на сутки, давай, что? Я тебя, кстати, недавно видел на Протасовом. Ты стоял возле этого. На углу Малевича. Чип, шо? Что? Алло, Малевича. Чип, чё? Бэтси, собака от него пахнет, ну. Ку-ку. Что такое? У-ху. Ушла. Ушла. Догоняй. Ага. Никогда не видел, чтобы он так надулся и наежился. Чип, шо? Очкожник? Да? Так непонятно. Обычно собаки не подходят. Я тут, блин, подошла, начала нюхать. Любопытненько. Любопытненько. Идем глянем. Идем дальше глянем. Не? Ну сиди. Чё тут? Отдыхаем. Пум-пум-пум. Пум.